Король Дроздобород. Была у одного короля дочь, необычайная красавица, но притом гордая и надменная, и поэтому женихи для нее все не подходили. Да этот как винный бочонок. Это прям какой-то индюк. Шо он? Этот выглядит как смерть. Да. Ха-ха, да у этого подбородок как клюв у дрозда. Король разгневался и сказал: «Ох, отдам тебя первому встречному поперечному нищему». Пришел какой-то нищий, постучался и стал петь под окном. Король и отдал за него свою дочь. Вывел ее нищий за руку из замка, и пришлось ей идти с ним пешком. Подошли они, наконец, к маленькой избушке и стали в ней жить. Чтобы заработать, принцессе пришлось идти на рынок торговать горшками. Поначалу все шло хорошо, так как она была красивая, и горшки у нее покупали и платили ей ту цену, которую она просила. Но тут прискакал пьяный гусар, налетел на горшки, и остались от них одни лишь черепки. И стала принцесса судомойкой. Ей пришлось исполнять самую черную работу. А в это время гости в замке собирались на бал. Как увидели гости принцессу, стали над ней смеяться. Ей было так стыдно, что она была готова лучше сквозь землю провалиться. Вдруг вошел королевич. Трудные дни миновали, а теперь мы отпразднуем нашу свадьбу. И узнала в нем принцесса короля Дроздоборода. И настоящая радость только теперь и началась.